Здравствуйте. Вошла в продажу двухкомнатная квартира в городе Рязани. Жилой комплекс Петра Февронии, который в ближайшее время сдается. Квартира целиком меблирована, полностью сделан ремонт. Планировка, ну такая сейчас востребована у нас в Рязани, как Евро-3, Евро-трешка. Две спальни комнаты, почти 12 квадратных метров. И 22 квадратных метра кухни-гостиной, где также имеется, ну, там, диван, спальное место, поэтому это называется Евро-3, что кухню-гостиную можно как бы, ну, позиционировать как еще одну комнату, даже положить там человека переночевать. Квартира интересная, мебель, тапочки, книжки, коробки, все, что здесь есть, она продается целиком полностью. Так, а сейчас небольшой видеообзор по самой квартире. Так, ну вот смотрите, начинаем видеообзор с коридора. Во-первых, хочу обратить внимание, что нас ждет хорошая, добротная, тяжелая металлическая дверь. Сейчас ее закрою. То есть менять ее не надо. Не, ну смотря, конечно, у каждого разные запросы, но так, в принципе, она достаточно нормальная. Всякие вот такие вот фишечки в коридоре. Сейчас я вам буду показывать потихонечку. Вот уже стоит комод. Полезное место, да? Интересные такие вот задумки дизайнерские. Это мы сейчас с вами в коридоре. Так, сейчас чуть отойду в сторону. Так, смотрите. Во-первых, в коридоре нас ждет шкаф-купе. Достаточно нормальный, вместительный. Сейчас покажу, что внутри. Смотрите, какой. Ну, то есть здесь, соответственно, можно по своему усмотрению все сделать. Но на данный момент полезные всякие полочки. Оно вот тут даже место под верхнюю одежду, шкаф достаточно глубокий. То есть вот так вот. Еще раз вам покажу. Вот такой вот полезный шкаф. Так, это мы сейчас закрываем. Так, начинаем с вами передвигаться. Квартира где-то 64 квадратных метра. Потолки 3 метра. Мы находимся сейчас на 26 этаже, на последнем. А именно в этом комплексе на последнем этаже размещаются шоурумы для демонстрации вот квартир. И именно здесь вот трехметровые потолки. Санузел здесь раздельный. Вот тут вот место. Смотрите, все в плиточке. Так вот. Вот так вот все аккуратно. Вот он такой туалет. Но он, соответственно, не подключен, потому что в данный момент квартиру не купили. Скоро сдача дома, тогда, соответственно, будет все подключено. Заходим с вами в ванную комнату. То есть, вот смотрите, нормальная, добротная ванна. 1,70 м дома, потому что места тут много. Так, место под стиральную машину. И не то, что место под стиральную машину. Вот эта стиральная машина тоже как бы, тоже она покупается вместе с квартирой. Это вот умывальник, зеркало, но тоже все настроено, плиточка, все аккуратно, все это может быть тоже ваше. Захожу, места, пространства достаточно. Вот. Так вот, розетка под стиральную машину, полотенцесушка, ну идем с вами. Так, ладно, идем напротив. Напротив у нас комната, почти 12 квадратных метров. Ну, то есть, соответственно, кровать все это остается. Это вот столик женский. Как называется, не знаю. То есть, вот такой вот шкаф-купе тоже. Опять же, может быть, в вашем. Но состояние, да, заходи и живи. Ничего тут не надо делать. Подключить коммуникации. Вот так вот все красиво. Даже вот такой фужер есть, который, думаю, тоже останется. Так, с этой комнаты мы выходим на лоджию. Лоджия, окна в пол. В принципе, тут все плиточка. Смотрите, как красиво. Смотрите, какой вид из окна.
Это Северная Окружная. Кто не знает, такая транспортная развязка, очень полезная для рязанцев, для жителей города. Соответственно, сюда выезжаете, без пробок в любой район города вы попадаете. То есть вот так. Все, что видно из окна. Вот этот жилой комплекс «Паруса». Что тут внизу? Внизу готовый бассейн. Если любите плавать, дружите со спортом, пожалуйста, тут у вас есть замечательное место рядом с домом, где поплавать. «Паруса». Сейчас остановлюсь, посмотрите. Тут все-таки красиво. Там в сторону Солочи пошла дорога. Так-то визуально я вижу, там и храмы некоторые такие вот. Не дает, наверное, мне приблизить, все-таки там камера слабенькая. Это вот здесь рядышком действующий детский сад. Если квартиру купите, у вас есть детишки, вот, пожалуйста, рядом. Рядом есть куда уже дитё отвезти. Вот так вот красиво. Так, ну идем смотреть следующее помещение. Так, продолжаем. Ну, начнем опять вот с коридора. Это я вам показываю. Вот тут такие вот интересные всякие вот шкафчики полезные стоят. Вот поработал, соответственно, дизайнер настоящий. Еще одна почти 12 метров квадратных комната, спальня. Смотрите, какая симпатичная. Так вот. Так вот. Так, ну тут может быть детская, может быть там. Если там двухспальная кровать для взрослых. Хотя тут тоже двое разместятся. Так вот, но это там, типа компьютерного стола. Это вот кровать. Опять же, тоже смотрите, все это как бы все это останется. Шкаф вот такой. Такие вот цветочки. Посмотрю, они настоящие. Не искусственные. Тут вид из окна. Вот сюда. Ну, как раз снизу вот этот бассейн. Сейчас вам приближу Рязанский Кремль. Будете смотреть. Вот, пожалуйста. Видно его хорошо. Напротив, да, вот смотрите. Если для ориентира, вот торговый центр «Круиз». Ну, соответственно, ленты, куча всяких магазинов, «Макдональдс», там это все тут полно. Вокруг видели один детский сад. Если вот сюда, в левую сторону пойти, тут тоже такая транспортная развязка. Там тоже детский сад, школа, «Пятерочки» всякие, все-все-все. Ну, как всегда, как сейчас обкладывают у нас район всевозможными магазинами со всякими вкусностями. Так, ну идем смотреть кухню-гостиную. Так, ну вот, смотрите, идем смотреть кухню-гостиную. Она немножко сейчас там в таком творческом беспорядке. Наверное, идет подключение коммуникации. Поэтому немножко сдвинута кухня. Вот так, смотрите, это получается, это у нас гостиная, где стоит диван. Почему говорю евро 3? Пожалуйста, здесь одна еще как бы комната. Здесь стол, это все остается. Но это при желании можете там большой какой-нибудь раздвигающийся там. Но это уже на ваше усмотрение. Напротив дивана телевизор. Тоже вот эти вот полки, шкафчики. Все красиво. А сейчас я стою на территории кухни. Холодильник, конечно же, остается. Это вот что такое? Забыл. Ну вот, смотрите, какая кухня. Так, сейчас отойду, чтобы вам было лучше видно. То есть вот такая вот интересная кухня. Вот этот шкафчик немножко сейчас сдвинут. Подключаются коммуникации. А там сейчас я в полочку эту пролезу.
Тут котел. Ну, соответственно, вы все это задвинете в шкафы, и он спрячется. В этой квартире индивидуальное поквартирное отопление, что очень сейчас тоже ценится. Ну и, соответственно, вот этот столик, я с вами покажу, вот этот вот стеклянный, он стоял вот здесь, просто шкаф сейчас выдвинутый. И, соответственно, здесь сидите, пьете чашечку кофе и смотрите вот на такой пейзаж. Мне кажется, круто. Так, возвращаемся. Так, ну вот такая вот, на мой взгляд, классная квартира. С 3-метровым потолком, с ремонтом, с мебелью. Состояние «заходи и живи» в Рязани. Так, ну и заканчиваем видеообзор вот этой вот евро-трешки в Рязани, которая продается с ремонтом, с мебелью, со всем, что в ней находится. Квартира, на мой взгляд, неплохая, стоит внимания, состояние «заходи и живи». Пожалуйста, будет нужна какая-то консультация или захотите сами посмотреть ее своими глазами, звоните мне по телефону 8-910-900-73-33, также пишите Viber, WhatsApp. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. В принципе, ролик заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.